пытались навязывать борьбу, старались, с нами не получается, и не можем мы играть против активного давления в защите. Плюс процент попаданий сегодня дальний у нас 4 из 22. Тяжело с таким процентом набрать достаточное количество очков, в принципе. Много своих ситуаций промахнулись, и двухочковых, и трехочковых. Команда выше уровнем, сильнее. Пытались бороться, но не получается. Но не было настроя, что просто это проходящие игры. Все равно играли, выкладывали, старались, делали, что могли. Несколько игр подряд с УГМК мы не можем набрать там больше 50 очков. С чем это связано, твое мнение? Агрессивная защита. Хорошая агрессивная защита. И нет свободных атак. Все через сопротивление. Где-то не хватает, наверное, еще профессионализма в целом. И да, я думаю, это основная причина. Агрессивная защита. Спасибо. Как игроку сказалось отсутствие основного плеймейкера сегодня? Насколько это таким фактором стало вот то, что в итоге получилось минус 50? Даже не знаю, что ответить на это. Но организация, конечно, по-другому выглядит, когда нет основного плеймейкера. Чуть-чуть, наверное, растерялись и брали на себя роли другие игроки. Ну, так как в основном это делает Алиса, и девчонки старались брать инициативу, потому что ну, приходилось. И просто из-за отсутствия практики такой не справились. Спасибо. Все, всего доброго. До все. Послезавтра. Все, до свидания. Давай, всего доброго. Подведите также итоги сегодняшней игры. Я скажу, что наверное, самая худшая игра за весь чемпионат. Самая худшая. Мы пытались изменить защиту. После первой игры. Но не все игроки это выполнили. Я не буду говорить, какие именно. Вот. Ну и Настя уже сказала, что с таким процентом попадания, конечно, нельзя. Не то, что бороться. Здесь про выигрыш и говорить нет слов. То, что у ГМК сильнее, они достойны. В первую очередь хочу поздравить их с выходом в финал. Команда не проиграла за весь чемпионат ни одной игры. Я не смотрю на счет, я смотрю на игру. Понятно, что нам было сегодня тяжело бороться, но я не люблю проигрывать и проигрывать с таким счетом, тем более. Поэтому что в Екатеринбурге, что сегодня я настраивал команду на игру, на борьбу. Понятно, что на нас тем более ничего такого сильного не давило, но в то же время мы не имеем права так играть. Опустив руки, не имеем права. То, что Алисы не было, да, сказывается, конечно, что основного поинт-гарда разыгрывающего нет. И не было у нас и фастбрейков не было, то есть она хоть и может быть, с Алисой команда немножко быстрее бежит. Все же Яна потяжелее, она Яна и не играла последние там, 5-6 месяцев, 5 месяцев не играла как разыгрывающая. А Вероника, ну, еще молодой игрок, она только на поддержку. На поддержку, поэтому на сегодняшний день так. Неприятно говорить, но еще раз говорю, сегодня самая худшая игра. За этот сезон самое худшее. Здесь не по счету, здесь по игре. Счет бог с ним. То, что я не буду говорить там про судейство, я не буду говорить, что как они как умеют, так и судят. А вот в какой-то момент вы подозвали команду после того, как раз либо не спортивный, по-моему, Наташа же дали. Ну вот я по этому поводу и говорю. Ну, да. Там дали фол и технически. Это, судя, показывает свое отношение, что они здесь самые главные лица на площадке, наверное, так. Мне это неприятно как тренеру сборной, что такие судьи вот так относятся к игрокам. Неважно, к моим игрокам или к другим игрокам. А судья должен уметь общаться, он должен уметь разговаривать. А подойди, предупреди. А так, чтобы что-то сразу выписывать, этого
или давать технический. Ну, для меня это немножко непонятно. Еще раз я говорю, судьи должны общаться, уметь разговаривать. По крайней мере, в Европе это так. И Давыдов это знает. Это как раз, да, с этим связан был ваш диалог такой на повышенных тонах. Да. Потому что, ну, механика судейства вообще предполагает, да, что судья до технического, он сначала предупреждает. Предупреждает. Или игрока. Да. Сразу вам показал сигнал. Нет, он сначала Жедик дал, а потом тут же мне, да.